Скажем слава нашему Господу. Мы пришли на то место, чтобы поклониться нашему Богу, нашему Спасителю, нашему ходатаю, нашему первосвященнику, который ходатайствует за нас день и ночь, зная наши слабости, наши немощи. Он ходатайствует и указывает на свои раны Отцу Небесному, что Он пострадал за нас. И мы имеем величайшие привилегии ходить в вере пред таким Спасителем. Ибо об этих временах написано, что пророки хотели видеть эти дни и не видели. А мы с вами ходим в благодати, ходим в вере пред Богом. Пользуемся жизнью, которую прожил за нас Христос на этой земле, чтобы понести наши грехи и наши беззакония. Вы знаете, что одно из четырех животных, которое было пред престолом, о котором описывается Библия, оно имело вид орла. Этим мы видим, что поклонение перед Богом, оно должно быть превознесенным, как превознесен наш Господь Иисус Христос. Поклонение пред Богом должно быть возвышенным людьми, верующими в Его обетование, в Его Слово. Поэтому, когда Мартин Лютер выходил на проповеди, то он говорил: «Я нигде так не боялся, как боялся, когда он проповедовал». Братья и сестры, боялся, чтобы сказать правильно, чтобы сказать разумно, чтобы выложить истину, какова должна она, какова она есть по сути перед Богом. Я буду читать второе послание к Тимофею, глава 3. Прочитаю несколько стихов. «Знай же, что последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Дальше он объясняет за события, которые были в первой церкви, предупреждая Тимофея, что последние дни наступят времена тяжкие. У каких это людей сказано, мы здесь видим, что имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, здесь мы видим, что такие люди будут не в этом мире, они вольются в церковь. И поэтому времена наступят тяжкие. Вы знаете, что сама первая апостольская церковь, которую создал сам Иисус Христос, написано, что прошло немного времени, когда от проповеди Петра покаялось много тысяч людей, и сразу же мы видим, церковь почувствовала тяжесть, потому что в этих людях появились разные прихоти. И написано, что вдовы в церквях имели тяжбы, и апостолам пришлось урегулировать это и так далее. Это естественно, что когда идет проповедь, когда с разных народностей люди приходят ко Христу, то это не те люди, которые знали Христа, которые ходили с Христом, которые в себя впитали Его учения. Они много находились со Христом, ибо сами пресвященники узнавали, что они были с Иисусом. Это было достаточно, что они приняли, они получили освящение. Но многие люди потом пришли в церковь, и пришли проблемы, и мы знаем, как апостолам пришлось это все регулировать. И в этой главе он говорит за последнее время и указывает на времена тяжкие. Вы знаете, что сами апостолы, они особенно хотели Христа расспросить больше о точном времени, когда это будет.
И как мы видим, что Христос нигде не ответил им конкретно, что будет. Когда они задавали вопрос: «Господи, немало ли спасающихся?» Что ответил Христос? Он им конкретно что-то сказал? Нет. Он сказал им, что стремитесь войти сквозь тесные врата, ибо многие поищут и не возмогут. Братья и сестры, этим он указывает, что должны они полностью надеяться на Христа, который их ведет. Должны они в себе открывать веру в Его слова, в Его обетования, чтобы ходить верою. И поэтому Христос всегда им говорил, что они должны полностью зависеть от Него, от Иисуса Христа, и их жизнь будет им улажена, и они пройдут эти времена. Также в другом месте сказано, что они также спрашивали Его: «Господи, скажи, когда это будет?» Он им тоже не ответил конкретно, но тоже ответил, что они должны ходить в вере пред Ним, в Его слова, в Его обетования. Мы видим, что наступает время для нас, христиан, оно не такое легкое. Мы ощущаем это, когда мы находимся на работах, везде в наших промыслах, в наших делах мы сталкиваемся с людьми, которые весьма-весьма насыщены грехом этого мира. И это уже не секрет, и мы от этого часто страдаем, страдает наша вера, которая ослабевает, потому что всегда, когда, как и было в апостолов, когда шло все хорошо, они не заботились о том, чтобы их вера, как бы сказать, укреплялась. Но когда пришло испытание, мы знаем, что случилось с самими апостолами, как они разбежались, потому что так сказано было о них, и сам Петр, мы видим, как он потерпел. Поэтому, когда идут эти времена тяжкие, мы должны настраивать себя, чтобы обновляться в вере, чтобы жить верою, чтобы созерцать Христа в своей жизни, чтобы полностью надеяться на Христа, потому что эти времена как раз они определяют уровень наших сил. Блажен человек, который всегда себя испытывает. Написано, что испытывайте себя, вере ли вы. Поэтому это слово, оно сказано, чтобы мы в нем упражнялись, чтобы в нем пребывали, и чтобы возрастали в благодати пред Господом. Потому что это время, оно, как бы сказать, у нас забирает много энергии, оно отвлекает нас, оно, как бы сказать, часто ставит тупики в нашей жизни, через которые мы можем пройти только со Христом. И Христос знает, что в эти времена люди будут обращаться больше и больше к Иисусу Христу и созерцать Его образ, потому что Он победил этот мир, где сказано: «Мужайтесь, Я победил этот мир». Да, мы сегодня переживаем, наши переживания не есть просто необоснованные, они обоснованы, и весь мир переживает сегодня. Но когда мы, как Иов говорит: «О, если бы я знал, где найти его». Братья и сестры, этот человек, когда он жил как царь среди воинов, у него не появлялись такие, так бы сказать, чувства, такие высказывания, но они появились как раз тогда, когда окружили его тьма, когда он говорит: «Я поворачиваюсь направо и не вижу, поворачиваюсь налево и не усматриваю, где Бог». Поэтому, когда вот эти стеснения приходят, то Бог знает, что человек начинает в себя открывать силы, которые Бог знает, что они в него есть. И они в его были, эти силы. В других, мы видим, просто их не нашлось. И Бог говорит другим, говорит: «Гнев мой на тебя, на двух друзей твоих, что ты не говорил так, как верный раб мой Иов». И он объясняет, что он должен потом совершить, чтобы Бог остался с ним, с этим другом Иова. Братья и сестры, поэтому это время, сказано, что оно будет тяжелое, но в это время оно как раз переплавит христиан, и в это время христиане
получат силу от Бога, потому что благодать приходит тогда, когда в ней особенно нуждаются. Вы знаете за Анну, вы знаете за состояние Израиля в то время, вы знаете даже за состояние храма Божия, священников, особенно сынов священника. Это было, так бы сказать, известно всем, и люди просто уставали от этого, но Анна продолжала молиться. И когда она, вот единственная эта женщина, когда она молилась, то вот эта жажда, она ничем не была утолена. Сам муж ей говорит, что «ну разве я для тебя не лучше 10 сыновей?» То есть он создал для него условия, в которых он действительно любил свою жену, но она говорит «нет, это не то, я хочу именно то, что я хочу от Бога». И она это получила. Братья и сестры, поэтому, когда это время стесняет нас, мы должны в себе открывать источники, так как Давид говорит. И чтобы от этих источников мы могли потом и других наставить, других укрепить в вере, потому что Бог наш, Он есть Бог всемогущий. И когда Бог сказал Аврааму: «Ходи предо мной и будь непорочен», то Авраам так и сделал. И потом мы видим, что Бог совершил то, что мы сегодня видим с Израилем. Слава Богу! И еще, что я хотел добавить в этих местах, что наш взор, он должен всегда направлен быть к Иисусу Христу. Мы больше и больше созерцаем Его совершенство, мы живем этой жизнью Христа в этом мире, и Он прибывает в нас, Он начинает спасать других. И мы становимся, так бы сказать, плодоносными перед Богом. Это то, что Бог хочет достичь в нас, ибо мы ветки, а Он лоза, и мы только тогда можем приносить плод, когда мы на лозе. И поэтому во всех местах все евангелисты повествуют о том, что человек, пребывающий в Боге, он плодоносен, его жизнь, она угодна Богу, и он возрастает в благодати. А признаки возраста в благодати, это всегда говорит о том, что человек послушный Богу, он делает то, что Бог ему говорит. И как мы видим уже праотец Авраам, как он ходил перед Богом, если Бог ему сказал, он то и делал. И поэтому жизнь его была насыщена делами Божьими, но не так было с Лотом. Поэтому это нас вразумляет, это нас учит, это нас наставляет и умудряет нас в нашей жизни. И во всех этих предупреждениях нам открывается наш Спаситель, который обнищал ради нас. Вы знаете, что Спаситель был приготовлен еще прежде создания мира. Он пришел на эту землю, чтобы обнищать ради нас, чтобы мы были спасены. Спасены как? Он это делом доказал. Он не сказал, что я, так бы сказать, сегодня что-то сделаю, а завтра закончу. Но он пришел, и все, от начала до конца он закончил наше спасение. Он сказал, совершилось на Голгофе наше спасение. И поэтому мы сегодня полностью можем положиться на жизнь нашего Господа Иисуса Христа в этом мире. Когда мы полностью полагаемся на жизнь Иисуса Христа, то это тяжелое время, оно уходит от нас. И мы снова свет Его пребывает в нас, и мы снова созерцаем образ Иисуса Христа в нашей жизни. Вы знаете, что два ученика, эти Клеопа, я забыл, еще один, они шли из Иерусалима, и к ним присоединился Иисус Христос, и они начали беседу с Ним. И когда они долго беседовали, и когда настал вечер, они продолжали беседовать, и он им объяснял место слов Священного Писания. И они, написано, что когда он преломлял хлеб, они узнали его. Когда они узнали его, то они говорят, не горело ли наше сердце, когда он изъяснял нам Писание. Это время, которое было для этих двух учеников, было страшно тяжелое. Его не сравнить, например, с этим временем, в котором мы живем. Но в то время они практически не объясняют Христу, что
А мы думали, то есть все, что они видели, они видели большущие чудеса, которые они видели до того времени. Слепых исцелял, хромых тоже, и даже мертвых воскрешал. И это все они наблюдали своими глазами, они восхищались, они ожидали, что вот-вот наступит царство для Израиля, они получат свободу от римлян. Но написано, что они говорят, ну вот уже несколько дней, как он во гробе. Братья и сестры, и в это время оно угнетало их, они угнетало его веру, угнетало, несмотря на то, что они имели очень глубокие познания о Царстве Божьем, о Христе. И написано, что Христос специально пришел к ним, чтобы эту тьму развеять в их жизни, и чтобы к ним пришел свет. Когда к ним пришел свет, они говорят, не горело ли наше сердце, они сразу же вернулись в Иерусалим и прославили Бога. Братья и сестры, какое бы ни было тяжелое время, для нас мы должны помнить, что наша опора в нашей жизни, в любое время, в которое мы живем, она только в Иисусе Христе. Она определенно прежде создания мира, что люди, уповающие на Иисуса Христа, спасутся. Не своими делами, но верою, которая движется любовью к Иисусу Христу, люди получат спасение, люди обретут силы, люди получат, наша нужда за своих детей, кто неверующий, они получат это, потому что Христос есть основа их веры. И пусть это тяжелое время, оно для нас останется как бы в истории, что в это время мы остались верным Богу в вере, что мы прибыли в вере и что воздали славу Богу, что это время нас сделало сильными. И написано, что Иов говорит о себе: «Пусть испытает, выйду как золото». Братья и сестры, это были не пустые слова. Иов, вы знаете, что он переносил это с терпением, и о нем сказано, что он человек терпения. Пусть Бог поможет нам укрепиться верою и надеяться на Него. Ему слава за все. Аминь.